Меня зовут Юрий, и сегодня мы говорим о приобретении автомобиля. Новый автомобиль. Все ли мы о нем знаем? Часто бывает так, что покупая новый автомобиль, вы можете о каких-то дополнительных сервисах, которые предоставляются производителям этого автомобиля, просто не знать. Как правило, в пакет послепродажного обслуживания вашего автомобиля может входить несколько вариантов. Первый вариант – это буксировка вашего транспортного средства до ближайшего дилера, независимо от того, где вы находитесь. Второе – это оказание помощи в дороге в случае, если у вас спустило колесо, ваш автомобиль разрядился и требует подзарядки либо требует замены аккумуляторной батареи. И даже банальные вещи, как подвести бензин, если он у вас закончился, также может входить в этот комплекс. Какие советы новичкам? Обязательно пристегивайтесь, это ваша безопасность, и это безопасность не только ваша, но и ваших детей, потому что они смотрят на вас и полностью повторяют то, что вы делаете. Если вы находитесь за рулем и вдруг что-то с автомобилем идет не так, вам обязательно об этом просигнализирует сам автомобиль через индикацию, либо вы почувствуете характерные отличия в его работе. Если у вас не заводится автомобиль, проверьте наличие бензина в баке. Во время движения вас может уводить в сторону. Первое, что нужно сделать, посмотреть, в порядке ли у вас колеса. Проверьте давление. Если после этого ситуация не меняется, обращайтесь на СТО. При движении в городе, перестроении или повороте обязательно включайте поворотники. Люди, которые едут за вами, не понимают ваших намерений. Если вы услышали нехарактерные звуки в вашем автомобиле, что с этим можно сделать? Сделать музыку погромче или обратиться на СТО. Современный автомобиль – это сложное техническое средство. Поэтому на приборной панели есть достаточно большое количество световых индикаторов. Что они значат и как нужно поступать, если они загорелись, мы сейчас об этом поговорим. Приборные индикаторы зеленого цвета дублируют работу той или иной системы. Если они желтого цвета или предупреждающие, это говорит о том, что вам необходимо в самое ближайшее время приехать на СТО и сделать диагностику. Ну, естественно, к этому не относится показатель топлива. Если заканчивается топливо, то нужно ехать на заправку. И красная индикация или красные световые индикаторы говорят о том, что автомобиль желательно остановить, заглушить, связаться при возможности с СТО. Если такой возможности нет, то на эвакуаторе доставить автомобиль на ближайшее СТО.